Мир вам, братья и сестры. Я прочитаю один стих и скажу несколько слов. Думаю, что это будет к нашему назиданию, потому что вечером я спрашивал, делать так или нет, а утром получил подтверждение. Это послание к Римлянам, 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Слава Богу, братья и сестры. Есть время, когда радоваться, есть время, когда плакать. Разное время есть. И мы с вами сегодня радуемся. И слава Богу, что братья нас призывают к тому, чтобы мы радовались, к тому, чтобы мы благодарили Бога. Это большая-большая награда, что мы имеем сейчас тут мир. Это просто милость от Бога. И мы недавно приехали с поездки. Я просто хотел бы сказать всем, что это большая благодать, что мы тут имеем мир. Потому что люди, которые на Востоке, вот я привез показать, они на огородах собирают вот это. Вот это они собирают на огородах. И я привез еще с собой, но покажу только это. И когда мы были там, мы один случай короткий расскажу. Мы проезжали, даже чтобы это достать, мы тоже немножко рисковали жизнью, может быть, так можно сказать. Ну, пусть уйдет это. Но когда мы проезжали мимо одного места, и там женщина собирала дрова, она рубила кусты. А сестра с церкви, с Марьинки, говорит: «Остановитесь, остановитесь». Я говорю: «Тут нельзя останавливаться, тут поле простреливается». И мы спрятались чуть дальше, метров 10 за дом, позвали ее, а она, оказывается, учительница с Марьинки. И сестра с церкви с этой недавно покаялась. Она говорит: «Я вышла, потому что дров нету, рубить дрова, кусты, чтобы согреться, электричества нет, воды нет. И вышла рубить там, где простреливается дрова». И я вам честно скажу, меня это затронуло. Мы, конечно, привезли там продукты туда, мы ходили по домам, дали продукты, дали деньги там ей, все. Она начала руки целовать, лицо целовать, благодарила. Я видел это благодарение. Я видел, когда действительно человек благодарит. И я хочу сказать, что в нашей стране еще есть место, где идет война, не без ведома Бога, и там пожинают те плоды. Я ничего не хочу об этом сказать. Я хочу сказать, что есть время, когда церковь наша и служит и этим служением, и слава Богу за это, что мы не забываем тех, кто плачет сейчас. Мы жертвуем туда, передаем. И я имею сегодня такую возможность передать тысячи благодарений. Тысячи благодарений. И вчера получил я вечером подтверждение. Я совсем не знал, как до Морозова привезти туда картошку. А мне звонит какой-то брат, ну, уже было, наверное, за 12, и говорит: «Еще 2 тонны собрали». Я говорю: «Я вас не знаю, вы откуда?» «Ну, мы вас знаем. Мы еще 2 тонны собрали и привезем в Киев». И я думаю: «Господи, как ты велик! 2 тонны там собрал детский дом. Детский дом собрал 2 тонны. 2 тонны с Ровенщины собрали». Я думаю: «Братья и сестры, нам есть благодарить за то, что Бог с нами, за то, что Он не оставляет нас ни в каких ситуациях». И когда люди там собирают мины, мы радуемся нашему урожаю. Это все делает наш Бог. И одна мина, которую мы нашли, хвостовик от мины, очень большой, который нельзя применять даже. Человек из церкви, никогда из дома не ходил, не уходил ночевать. Ушел ночевать, пол дома разорвало той миной, а он ушел в другое время, именно в это время. И Бог его сберег. И тысячи, тысячи таких свидетельств. Но я хочу сказать, братья и сестры, я видел эти слезы благодарения за несколько килограмм круп, сахар, консервы и чай. И это действительно благодарение Богу. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами точно так же поблагодарили Бога за все Его милости и щедроты. Пусть Бог благословит всех.
Давайте поблагодарим.